Приветствую вас. Давайте будем разбираться с тем, что вы написали. Значит, я замужем, двое детей. Ну вот, давайте сразу здесь так спросим у вас. Желанные ли дети у вас были? То есть, хотел ли детей муж? Особенно второго ребенка хотел ли муж? А вот. Что было у вас в отношениях после рождения первого ребенка? Как у вас вообще отношения складываются с мужем? Ну вот, если не брать в расчет интимную сферу, так скажем, там, потому что, ну, как-то вот то, что вы говорите, как-то вот то, что вы рассказываете, ну, это выглядит несколько, знаете, странно. Несколько странно выглядит это. Потому что, понимаете, ну, второй ребенок после второго ребенка мужчина у вас уходит в другую комнату. Это говорит о том, что либо ему был не нужен ребенок сам, и вы его там как бы родили для себя, как бы. Ну, либо есть еще какие-то проблемы между вами, еще какие-то трудности, о которых вы здесь не пишете. Потому что вот то, что мужчина сделал, да, это вот его действия, его поступок. Вот. Ну, очевидно, что то, что мужчина сделал, это уже следствие. Это следствие определенных ваших проблем, которые были до рождения ребенка. И вы, несмотря на то, что проблемы были до рождения ребенка, вы этого самого ребенка зачали и родили. Вот. И теперь ребенок имеет как бы, ну, конфликтную ситуацию, конфликт с родителями, да, и так далее. Вот. Значит, ситуация какая? Мужчина шантажирует вас сексом, да. Мужчина говорит, что вот вы должны там убраться в комнате, иначе секс не будет. Но опять же, мужчину что-то заставило так сказать. Мужчину что-то заставило так вот себя повести. Мужчину что-то заставило такую позицию выдвинуть. И либо он это сделал, потому что вы ему позволили так, то есть вы сами себя поставили таким образом, что мужчина счёл возможным для себя вот так вот шантажировать вас, либо вы ему непривлекательны, для него вы непривлекательны, и
между вами есть какой-то конфликт. Опять-таки. Понимаете? Ну, здесь тоже нужно смотреть. Почему конфликт? Как конфликт? В чем вообще проблема ваших отношений? Как так получилось, что ну, он ушел? Обговаривали ли вы с ним рождение ребенка второго или нет? То есть его поведение похоже на поведение человека, который недоволен тем, что у него есть вот второй ребенок. Вот. Ну, недоволен вот он. Понимаете, в чем дело? Вот недоволен человек. И причина этого недовольства для нас, людей со стороны, остается загадкой. Мы не понимаем. И прояснить ситуацию можете только вы, конечно. Далее. Значит, меня к себе в постель не пускают, сам не приходит. О, здесь вы заняли позицию, опять же, жертвы. Такой. То есть, вас мужчина не пускает в постель, а, значит, и, собственно, сам не приходит. Простите, но у меня к вам вопрос. А вы вообще привлекательны для своего мужа в плане секса? Как мужчина-то без секса живет? Да. Привлекательны ли вы для него? Вы делаете что-то для того, чтобы быть привлекательным? Чтобы он вас хотел, там, я не знаю, чтобы он там на вас засматривался, чтобы он там к вам влечение испытывал. Сексуальное поведение у вас есть? Женское поведение у вас есть? Что значит не пускает в постель к нему? А мужчина сам к вам по-хорошему должен как бы, ну, хотеть прийти, а вы, получается, навязываетесь к нему, ну, как я понял. И это, конечно, обесценивающее поведение ваше. То есть вы себя обесцениваете таким поведением. Вот. И вопрос заключается в том, почему так? Почему так? Почему вы себя обесцениваете? Зачем вы себя обесцениваете? Ну, не знаю, может быть, у вас самооценка понижена, может быть, еще в чем-то дело. Вот. Конечно, нужно разбираться. Это очевидно. Потому что, ну вот, так вряд ли так можно будет вам что-то сказать, да? Далее, значит, условия ставят, значит, уберешься в комнате, у меня секса не будет. Ну, это явно не поведение нелюбящего человека. Сказал, секс будет по графику, когда мне надо, и в другое время не подходи. Значит, обзывает постоянно озабоченный из-за отсутствия интимных отношений, я постоянно какая-то злая, раздраженная, собралась уже разводиться. Ну, вы у мужчины вообще спрашивали, почему он считает, что вправе ставить вам какие-то условия, графики, вот всякое такое. То есть вы с ним разговаривали сами на эту тему или нет? А то вот, разводиться вы собрались, а может быть там
у него обида какая-то на вас. Это вообще очень похоже на поведение обиженного, на детскую позицию. Вот. С другой стороны, может быть, он просто-напросто понял, что после второго ребенка вы от него никуда не денетесь. Но в этом случае, в этой ситуации, я полагаю, что вам имеет смысл опять же над своим поведением поработать. Потому что именно ваше поведение, оно его подстегнуло мужчину к этому. То есть, знаете, люди в отношениях друг с другом, как бы зеркала. То есть мужчина зеркалит к вам, зеркалит вам ваши отношения к себе. Вот как он к вам относится, так и вы к себе относитесь так же. Потому что вы позволяете ему это все делать. Вы говорите, я собралась разводиться. Собралась. Как бы тут сразу уходить нужно было. Так, после первого прямо заявления об этом. Если человек не хочет разговаривать о проблеме, которая, ну вот, может быть, у вас. Там, ну, мало ли, там, обида какая-нибудь, да, там, что-то еще. Вот. Если человек не хочет разговаривать, ну так все тогда? О чем это говорить? Разве это любовь? Разве это отношения? Разве это чувство? Вот. Ну а вы действительно ничего ненормального не написали. То есть, скорее всего, либо мужчина вас не хочет, либо у мужчины проблемы с здоровьем сексуальным, либо у него обиды какие-то на вас. Вот, ну и из-за чего-то, из-за каких-то, ну, проблем там между вами. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. И что делать? Ну, в принципе, поставить его в известность относительно того, что вы разводитесь с ним. Вот. И предложить ему поговорить, решить все проблемы, которые между вами есть, вот, прийти к определенному консенсусу, либо вы уходите от него, потому что жизнь без секса невозможна. Как бы там ни было, невозможно. А вас, лично вас, я ничего ненормального не увидел. То есть абсолютно нормальное, адекватное поведение здоровой женщины у вас. Просто есть проблемы с самооценкой, что вы сомневаетесь в себе и в уверенности в себе. Вот неуверенности в себе, не самооценки у вас, судя по всему, нет. Вот это проблема. Да, это проблема. Это проблема. Но эта проблема решаема. И это можно поправить. Если у вас есть желание. Пишите, обращайтесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.